Кургинян, все это может привести к полной ликвидации армянского государства. Российские эксперты с армянскими корнями продолжают пугать армян через российские СМИ потерей государственности из-за команды Никола Пашиняна, которую обвиняют в поражении в войне с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его люди должны быть приговорены судом военного трибунала за военную измену, иначе сама Армения вскоре перестанет существовать. Таким мнением поделился лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Пашинян – подонок, предатель, мерзавец. Там целая банда таких подонков, и за ними сидит этот совокупный соросятник. Значит, если все это в ближайшие недели не зачистить, то это кончится не просто сдачей позиций в Карабахе, это кончится полной ликвидацией армянского государства, подчеркнул Кургинян. По его мнению, уйти должна вся банда из парламента, из истеблишмента. И сами эти подонки, которые сейчас бегают и прячутся от армянского народа, это условие минимум, с которого нужно начинать.